1 декабря инспекторы центра ГИМСТУВЫ проверили ледовые переправы Бельбейская и Усть-Буренская через реку Малый Енисей в Кахемском районе. По результатам проверок недостатков обнаружено не было, в связи с чем были составлены акты технического освидетельствования на открытие двух ледовых переправ. Инспекция показала, что толщина ледового полотна Бельбейской переправы составляет от 60 до 70 сантиметров, которая позволяет переезжать автотранспорту грузоподъемностью до 10 тонн. Разрешенная нагрузка Усть-Буренской ледовой переправы составляет 5 тонн. Всего на территории Тувы на зимний период запланировано открытие 5 ледовых переправ: Карахакская в Кызылском районе, Элихемская в Лухемском районе и Тоджинская ледовая переправа через Большой Енисей в Тоджинском районе.